Всем привет, дорогие зрители! У нас появилось новое испытание, уже доступное. Думаю, что многие из вас, возможно, даже его уже прошли. В общем, я сейчас нахожусь на аккаунте Кот Наркот. Он сделал 10-0. Он, кстати, сейчас в Дискорде. Привет! Вот. Привет! И короче, ребят, ну, сейчас вам покажу какие-то, может, повторы. Один повтор. И две онлайн-атаки прямо на видос. Я знаю, что вы хотите, чтобы я тоже играл в это испытание. Я, ребята, тоже буду играть. Но я это берегу для стрима. Я на стриме люблю проходить испытания вместе с вами от начала до конца. На видос я же не буду с первой победы по 12-ю делать. Это, ну, блин, будет длинный видос, там минут 40-50, в зависимости от того, как я это все буду делать быстро. Вот, поэтому приходите сегодня на стрим по ссылке в описании. Там вот у меня будут стримы, подписывайтесь на канал. Ну и давайте сейчас пропиарим канал, ой, клан кота. Ну и канал тоже, ссылку на канал кота оставлю в описании. Вот, у него есть клан 1xbet, тут бонусы, большие выигрысы вас ждут. Выигрывайте у них, тут, в общем, вступайте в клан. Ты рекомендуешь, да, 1xbet свой клан? Конечно же, сам постоянно там. Очень крутой клан, очень крутой xbet, 4300, прием, хэштег на ваших экранах. В общем, заходите, классный клан, сейчас надо кого-то кикнуть, вот последнего, вот Ярыка кикнем, Ярык. Все, минус Ярык. В общем-то, давайте, знаете, тут какой повтор включим на фоне, а потом перейдем к онлайн-каткам. Ну, смотрите, он играл против Кор-гиганта, и у него полностью фул-фул тут какие-то спылы. Короче, вообще дебильная колода. Вот, одну каточку. Просто, ребят, я еще не успел поиграть в это испытание. Опять же, повторюсь, я буду проходить это испытание с вами на стриме. Вот, также у меня уже есть крутая колода с этой новой картой. Я выпущу ролик про колоду, когда этот видос соберет 5000 лайков. Собираем 5000 лайков, я выпускаю ролик с колодой. Ну и давай, ты уже 10 каток сыграл. Че вообще, дракон, как? Я хотел узнать, че он вообще. Блин, нормально? Вот серьезно, в дефе просто от бомба. Вот серьезно, в дефе я даже не знаю, что будет лучше, чем серьезно? Дракончик. Серьезно? А чем он отличается вообще от громоверца? Он по трем целям бьет вместо двух, и я не знаю, чем отличается, но он реально бомба, серьезно. Да, короче, нормальная тема. А я думал, он будет какашка такая, знаешь, летающая какашка. Не, какашка он в атаке, он в атаке вообще ничего не может, но в дефе ты, блядь, не представляешь. Вот серьезно, можно поставить дракончика там, к примеру, этого, и каких-нибудь там скелетиков за один эликсир. Все, он может задефить все что угодно, серьезно. Так, а вот он. Я первый раз, ребята, смотрю на него, я не чекал ни геймплей, ничего. Он станет на 0,5 секунды, да? И избивает каст. Это все его особенности, да? Или да, нет? В общем-то, да, да. Ну, этот, электричеством бьет. Да. Угу. То есть, кстати, вместо... Да, что? Этих трех стражей очень быстро убивает. Я даже не знаю, там скорость атаки достаточно быстрая у него получается. Там где-то в полсекунды, если не ошибаюсь, где-то так вот. Ну, короче, стражи он очень быстро там разбирает за пару секунд. Ух, нифига себе, против орды миньонов, он трех миньонов убил, представляешь? Да, да, ну там просто они окружили его и они его убили. А у него там хп 600, где-то так. Так он трех миньонов убил, прикольно. Да. Ну, слушайте, так, что его убивает? Его убивает молния, да? Его убивает ракета, а фаербол нет, походу. Фаербол не убивает, там чуть-чуть остается. Да. Вот, ну в целом, слушайте, мне кажется, что он сейчас зайдет в некоторые колоды, и я хочу эту карту как на Хабибе, так и на основе. Но на Хабибе, наверное, 6 побед хватит. Чудом затащил, кстати, против Кор-гиганта какой-то фуфловок. Ну, в этом бое, кстати, у меня лично был выбор Кор-гига либо дракончика, я так подумал, что, типа, ну, если не ну, конечно, конечно. О, Инферно, что-то знакомый ник. Ребят, я очень сильно хочу поиграть в это испытание, очень сильно хочу, но я его специально берегу для вас, для стрима. По ссылке в описании, подписывайтесь, вечером сегодня стрим. Ну что, я перехожу на свой аккаунт, осталось доиграть два поединка, и мы, короче, получим дракончика этого. Посмотрим сейчас за онлайн-каточками. Я перезахожу. У голема каменное сердце. Вот если провести параллель, ребят, между прошлой новой картой гоблин, гигантский гоблин с копейщиками, это тоже эпическая карта была, то он не так зашел, как этот дракон, да? Да, он самая глимая карта вообще. В этой игре. Даже гигантский скелет не такой херовый. Так, ну что, дракон у тебя? Пока что... А, не, походу не у меня, но у меня есть Кор-гик, в общем-то, да. Кор-гик, в общем-то, да, окей, Вендетта против тебя, вот он. Давай дракон. попробуем зайти, может быть, получится что-то, хотя, может быть... Что-то он нет, какой-то хотя... уродский спереди, да, а? Да, он уродский. Что-то... Ну, нормально пока что заход был, чуть-чуть продамажил. Чуть-чуть продамажил. Что, ты скилл свой не растерял с этим Brawl Stars'ом? Рояль... Ну, в испытаниях, как и раньше, в общем-то, тащу, но глобал точно не для меня уж давно. Угу. Испытания. Так, давай к Кор-гик зайдем, попробуем. Давай, Кор-гик. Так.
Так, ну давай. Что ты? Чем контрить будешь? Да ничем, в смысле. Где стрелы? Где стрелы? Да иди ты со своими стрелами. Напишите, ребят, в описании, сколько вы сделали побед в этом испытании. Вот, честно, мне так... Ну, пока что пресс-секунд, он такой себе. Все. У меня ничего нету сейчас, твою же мать. Так, а ну, гром против грома воздушного. Ну, конечно, это же не один на один, слушайте, вышка помогала, нечестно. Ну, дракончик, честно говоря, ну, чисто он в дефе, если хорошо там пользуется. Ну, вот, понятно, да, понятно, да. Чисто деф, но он хороший, ну, 5 эликсира. Ну, а электромах 4 тебя не смущает? Ну, 4, да. Воу-в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 оу. Блин, так некомфортно смотреть, ребята, поединок, то есть, ну, хочется онлайн-катку самому провести. Вот, я думаю, что пройду это испытание сегодня, хотя, опять же, сам проще всего проходить это в начале, когда только-только вот вышло испытание, сразу первые там минуты, первые там полчаса, я думаю, очень будет легко, когда у всех бесплатная попытка. Потом уже не так легко, там бустер уже начинает играть, но тем не менее, я думаю, что я пройду вообще без всяких проблем, вот. Я бы мог, конечно, уже на видосик свой аккаунт сделать, но опять же, я сохраняю это для стрима, потому что, ну блин, ну как вот на стриме его не пройти? Так, буду сегодня, наверное, на основе проходить. Я, кстати, затупил, я думал, что это испытать от 2 до 2, я вчера на стриме говорил, что мы будем с котом его проходить вместе. Это просто драфт. Блин, а я что-то себе там придумал, что это 2 на 2, а жаль. Было бы круто, если бы было 2. Нет, да ну нафиг эти 2 на 2, серьезно. Че, блин, ну вместе бы сыграли 2 на 2, вот. Да ну ужасно, я ненавижу эти 2 на 2, такой убогий режим просто. Ну хз, хз. Так. Шарик чё? А, ты чуть-чуть продамажил. Ну ладно, главное, что победа. А, он так не заберёт. Так что не у меня дракончик был, я бы показал, что он реально может, потому что он его редко использовал, причем херово очень. 11-0. Да. 11-0. Последняя катка. Пожелайте удачи, поставьте лайк. О, у меня есть дракончик, значит, ему отдаю банду вот этих вот, ну, короче, банду этих, как я называю? Гоблинов. Которые там божаки, две девочки. А, это банда разбойников, вот. Да, торнадо или ярость, наверное. Наверное, ярость. Давай торнадо тогда. Блин. Так, печка. Печка, так. Ты в клане 1xbet, ты не должен проигрывать, ты давай там. Если же, блин, 1xbet постоянно побеждает ведь. Так, 11, а, прикольно, кстати, видно, 11-0. Вот, будет 12-0, отлично. Видос запишу, какой колодой пройти испытание 12-0. Ты что, с ума сошел? А что тут вообще, есть какие-то приколы, что выбирать, или вообще нет какой-то особенности? Ну, скорее, вот мне честно нравится постоянно выбирать именно дракончика, то есть приоритет. Ну, понятно, постоянно. Да, он топчик, вопросов нет. Ну, а там больше ничего такого, да, особенного не заметил в этом испытании, потому что есть такие испытания прям конченые, что реально там... Ну, да, как тебе был громовержец, когда там выбирали тупо элиток. Да. Либо я помню испытание, где чисто only спылы тащили. Не знаю, не вспомню уже какое испытание. То в этом ничего такого. Обычная драфт, да, то есть просто выбирать там более-менее по смыслу, там что там. Контр, к примеру. Ну, да. Шарик либо орда миньонов, ну, типа, логично, да. Хотя если стрелы до этого взял, то, конечно... Слушай, это какой-то вообще нуб, это изи победа, смотри. Вообще, что-то такое. Короче, да, я понял, буст рекламировать, наверное, нету смысла. Испытание очень... Легкая, ну если вдруг найдется такой человечек, который, ну, есть лишние денежки в кармане и не может пройти, и вот хочет не напрягаться и получить эту карту, либо 12 побед, ребятки, обращайтесь в холдик группу, там есть в товарах буст, если что, на изи вообще, ну, это, конечно, если кто-то нуждается, либо, знаете, если нету времени проходить там, или занят бизнесы, там, бизнес-встречи какие-то там, еще там перелеты, ну, куча, короче, забот, но испытания пройти надо. Надо, обращайтесь, наши, хотел сказать, рабы. Вот, ну, в общем, сделаем вам, все классно. Вот. Ну, а у кого полно времени, гемов и запас скилла за спиной, то, в принципе, ребят, можете сами пройти, оно изи. Ну, карта, кстати, достойная. Я что-то предварительно думал, что говно какое-то. Думал, не, пацаны, не зайдет. Она, ну, чисто для дефа, по сути. Ну, я посмотрел, скорость атаки средняя. Думаю, ну, камон, ну, фу, ну, он медленный будет. Ну, громовержец такой же точно. По характеристикам чуть-чуть быстрее даже. Ну, хз. Смотри, по сути, вот один дракончик сейчас будет дефить. Ой, блин, сука, не дал показать.
Ну да, да, а, да, еще его преимущество. То есть, если громовержца, то принц может убить, а дракона принц не может убить. Да, то есть его еще фишка в том, что он в воздухе парит. Это да. Ну, в общем, у меня уже, ребята, есть колода, крутая колода, которой можно играть. Ну, конечно, она будет не одна, и... То есть, он, в принципе, универсальный, да, такой? Он подойдет, ну, типа, из гиганта, ну, скорее. Блин, вот под кур-гигант вообще идеально, думаю, зайдет. Это прям бесспорно. У меня кур-гигант есть. У меня есть кур-гигант на Хабибе. А куда бы его взять? Надо подумать будет. Может, вместо Мегаминьона, слушай? Или не зайдет? Вместо мега-миньона. Ну да, попробуй, потому что его сзади вообще идеально кидать. Потому что смотри, ну сейчас по трем целям просто вот так дамажит и разнес этих сзади дурочек. Я как раз мега-миньона еще там особо не прокачал. Короче, 12-0, ребята, даже не знаю. Даже не знаю, что вам сказать. В основном, честно, впечатление о карте. Короче, сейчас зайду ее получу. Перехожу на аккаунт твой. Итак, кот наркот прошел испытание со счетом 12-0. Победа, победа, друзья. 20 эпиков. Блин, я обязательно его пройду и на Хабибе, и на Холдике. Забираем. Вот он, Электродрекон. Электродрекон. Слушайте, ну правда, слушайте, я задумался. Слушайте или не слушаете? Блин, что-то заговорился я с этим. Слушайте. Ладно, поехали. Быстренько открываем. Сейчас, какая тебе лего надо? Клон спелл тебе надо. Все, клон спелл. Спасибо за клон спелл. Пожалуйста, пожалуйста. Противники 3500, 4000, камон. Вообще изи, ребят, я прям не знаю. Надеюсь, что у меня будет поинтереснее соперники. В общем, что я хочу вам сказать. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что вас ждут колоды с этой новой картой, тактики с этой новой картой, фанатаки с новой картой. Вы же в курсе, что у меня зеркало максимального уровня? А значит, я могу эту карту на 14 левел зеркалить. Если вам интересно, на что она способна, подписывайтесь, потому что Холдик будет хайпить на этой карте как можно, блин, как вообще можно вообще. Вот, новая карта всегда, Холдик там что-то с ней будет мудрить. Ну и приходите сегодня на стрим, я буду, конечно, сам это испытание проходить. Вступайте в клан кота, подписывайтесь на канал кота по ссылке в описании. Короче, всем добра и до новых встреч. Встретимся с вами сегодня на стриме. Ну и еще сегодня будет видосик, возможно, даже не один. Ну, прощаемся, наверное, с вами, да? И там, короче, этот, типа, на 5000 подписчиков еще будет розыгрыш моего аккаунта в Clash Royale. Всем пока. Пока. Ух, это так, сейчас я тебе дам киви, за рекламу скинешь деньги.